Для маленьких жителей и гостей на всей территории курорта пройдут разнообразные концертные и развлекательные программы. В 10 часов все желающие приглашаются в городской театр. Там пройдет гала-концерт 19-го фестиваля «Музыкальная палитра». А в 11 часов на театральной площади начнется большой детский праздник. В волшебную страну открытий поведут за собой ребятишек любимые сказочные герои, веселые игры и захватывающие эксперименты. Для гостей выступят творческие коллективы Анапы. Будут работать многочисленные интерактивные площадки, турниры по настольным играм, выставка литературы для детей, творческие мастер-классы и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут и во всех сельских округах.